Интересная карта. А что это за турет? Возьмёт же интересно. А, туда выходят летающие. Ну так, здесь потолков нет, так что я думаю, нам потолочные не понадобятся особо. Или здесь есть потолки? Так, тогда я вот так откидываю, сейчас оставляю. Ну это говно, а не потолки, если честно. А, мне кажется, из этих штук будут летающие мобы идти. Почему? Я и говорю. Так. Значит, они бегут отсюда, могут пойти сюда, значит, я ставлю... Так, поворачиваю, чтобы она их туда выбрасывала. Здесь это ставлю. И вот здесь. Все, у меня маны нет. Так, я поставлю так, чтобы их выбрасывало. Так. И замораживалку вот здесь. Все, они пошли. О, фу, опять эти твари. Знаешь, они хорошо летают. Если сказать, бестии в первой части были полегче. Бестии в первой части были полегче. Но они все равно доставляют. Мелкие бегут. Фу, теперь они с другой стороны пойдут. Ужас. Как жить? Так, поставим тоже выбрасывающий. Так, они здесь побегут же, да? Тогда вот здесь оставим выбрасывающий. Сейчас я поезд по этой половине, наверное, спущу. Во, я поезд здесь пустил. Ой! Чего? Воздух. Ты не та... Блин, сливай их, я этих держу. Блин, этих мелких крыс все больше и больше. С другой стороны летят еще двое. Я не могу добить, добей. Тут еще новая партия просто идет. Ой, я камни случайно уронил. Да фиг с ним. На камни-то пофиг, главное этих удержать. Так. Сколько их еще тут на одной волне-то? Это орков как-то слишком много. Ну да. Но они же должны умирать. А, это знаешь, это как в Left 4 Dead ачивка была убить 1 миллион зомби, по-моему. Знаешь, вот здесь также убить 1 миллион орков. Судя по масштабу. Судя по масштабам, убить 1 миллиард скорее будет. Нежели миллион. Слава богу, летающие больше не идут хотя бы. Чуть-чуть попроще. И ЦЗ, ты отхиляли. Их неправильно станешь. Их нужно ставить под моей ловушкой все-таки. Ну я отхиливался, а не ставил в этот момент. Так, ставлю еще одну ловушку с этой стороны. Так, ставлю. Так, где там твои? Так, тогда вот здесь вот мои, вот они наверху висят. Это замораживалки поставил. Ага. Так, с другой стороны. Откуда они сейчас пойдут? С той стороны. Флешка там, можешь вернуться? О, боже. Сейчас, если найду кнопку, включу.
А она и так здесь едет, только своим маршрутом. О, они еще справа идут. Так, я право пойду. О, там парадар, так классно, смотри, как кто-то вылетает на ловушку. Да-да-да. По центру или откуда? А, все, все там же. Ложишь настырный, а? Угу. Меня убили. А, нет, я в стане. Лол. Эти твари чувства. Блин, здесь огр большой, он станет. И убивает. Сейчас помогу тебе. Да нормально. Блин, меня опять застанила тварь, убей ее. Отлично. Так, теперь надо придумать нам гениальную тактику, чтобы их всех убить. Я укрепил одну половину. Укрепляй свою. Ну что, соли везде замораживающие. Нормально. Только они же не дамажат. Ну и что, зато они станут. Тоже логично. Так, летающих, летающих. Ой! Что такое? Я вниз упал. Лол. Что-то летающие вообще бессмертные. 3-4 выстрела в них надо. Ну, иначе они были бы мой, ты чё? Ну да. Ой, тут огр так и так. Блин, тут два огра меня застанили, короче, и вообще всей толпой пилят. Как одну актрису по имени Грей. Фу, меня убили. Лол. Это уже ад, а это только четвертая волна из 9. Блин, птички опять. Тебе там помощь нужна? Да пока справляюсь. Окей. Так, на моей половине все. Ой, огар! Слил. Так, нужно застроить эти проходы получше. Отлично. Так, птичек сливай. Они точно будут? Я уверен. Блин, меня огр опять застанил. Фу. И опять. Да боже,
И опять заставил. Тут два огра. Это жесть. О, у меня еще два огра идут, отлично. Просто замечательно. Боже, он меня в прыжке поймал. Да, сейвься, сейвься. Сейвлюсь, все, отхиливаюсь на огре. Блин, почти огра добил уже. Все, никак умирать он не хочет. Да что ж такое? Опять я встану, лол. Блин, да он меня достал, он станет бесконечно, я умер. Я держу, держу свою половину, нормально. Я за фрагами. Ты видишь мой ник, да? Да. Так, нужно что-то еще построить. Я на своей половине построю пока еще ловушку. Так, ладно, я себе всю лестницу застроил этими замораживающими. Знаешь, мне кажется, лучше, чтобы урон наносил, а не станило все-таки. Я урон сам нанесу. Так, ну с твоей половины в основном сейчас идут. Так, птички полетели. Пойду флангсами заниматься. 4 или 3 орка на моей половине. Ой! Я стан словил 2 раза подряд. А я упал вниз. ЦЗ мастер падений. ТФ-ки научился. М? ТФ-2 научился. Ну да, ты же днище все время на днище и падаешь. Ах да, ТФ-2 is dead. Блин, у меня у мушкета очень долгая перезарядка. И маны нет. Я опять встану, фу. Ща меня сольют. Нет. Спасибо. Все, слил огра. Так, там мелкие бегут аккуратно, чтоб не пробежали. Пробежал один в итоге. Окей. Хотя, судя по количеству, их пробежал не один. А 8. Если не больше. Элементаль идет к нам. Все убил. Ох, ужас. В общем, я себе все стены заставил стрелковыми ловушками. Мне кажется, должно работать. У тебя там чё? Вот здесь застраивал, почему-то так. Mm-hmm. Здесь уже негде нечего ставить. В общем, вот сюда можно, по идее. Да. Да нет, здесь... сюда. И вот сюда. Так пойдет, нужно свободное место, чтобы вот эти могли работать. Отталкивающие. Ну там на моей половине можешь построить, у меня вон там все чисто, вся лестница пустая вообще. Sounds like a plan. Mm? Sounds like a plan. Все, у меня ничего больше нет. Ладно, ready тогда. Просто можешь узнать, что я здесь себе понастроил на стенах. Птичек сливаем. Ябка элементалей слив. Так, с одной стороны элементалей убил. Пойду с твоей стороны, убью их. Он пойду на свою сторону. Окей, я свой. Ой, элементарий там проходит как-то, откуда? Птички, 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 очень много птичек. Три элементаля идут с обеих сторон, походу. Блин, а зенит здесь про никакой нет, что странно.
Ну да, кстати, могли бы дать что-нибудь такое. Блин, птичек, 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 сливай. Мана кончат. Блин, я не могу одновременно и птиц сливать, и этих мобов. Сейчас я тут отобью огры, пойду птиц забивать еще. А, у меня тут своих хватает. Все, убил птичек своих. Твоих не знаю. Тоже убил. Окей. Все. Так, еще две волны. Блин, на респе ничего не поставить, что печально. На респе доставить их нечего. Ну да. У меня огр идет уже. Ух ты, там просто дабл килл был. На одной платформе. Нормально. Ой, птички на меня. Бля, они с обеих сторон летят, так что ничего поделать не могу. Да что ж такое? Ну нормально. Продержимся, в принципе. Блин, у нас всего 9 этих осталось, аккуратно, ЦЗ. Главное, чтобы никто не забежал сейчас. Я не понимаю, откуда они проходят. Что меня никто не дошел еще. А там, возможно, не проще проходит, где тележка катится, проходит. Там просто влезает человеческий персонаж. Ой, у меня огр или не станет уже. Да два орка, это же ужас. Почему ему, по-моему, вообще пофиг на стрелы? Все. Так, пойду у тебя лестницу укреплять. Давай. Что мы с тобой устроили здесь, ЦЗ? Все, ласт. С твоей стороны опять. Птички с твоей стороны идут. Сейчас. Постараюсь их слить пока. Все, убивай. Окей, с моей стороны еще летят. Угу. Так, два огра с моей стороны еще. И два с моей. Нормально. У тебя все там? Птицы летят новые. Сейчас. А ты говоришь, что не нужен стан, наоборот, весело. То есть, скорее всего, летающий нам и портит все. Скорее всего, летающий птиц нам все и портит. Ну да. Но они вроде бы не могут в двери залетать, я их ни разу не видел залетающими. Но это вполне логично, если бы они могли. Блин, еще два огра. И я встану. Лол. Спасибо. Все. Полдела сделано. Два черепа.